Қырымның қуан чөллері, өзінің текрарланмас дүлберлігінден ғайры, атшы маған сырларынен беллідір. Атешлі күн батылары, құшларының чүвілтісі, тазе ава, қамышларының еңгіл тетіретмесі. Бұл мефтюн әтіжі тарафларда чөх ревайетлер үрмекте. Кім біле, бел кімде, бұл эпосы оған шей. Қырымның шымалы ғарби тарафында Куан чөлерінің құчағында да чөх мирақлы бекізлі ерлер ерлешкен. Да бірқач асыр әвелісі анда яшайыш қайнаған аққында оның ташвары икей ете. Янасыл келіңіз бұны тавсилетуі жебілейік. Мефтюн әті жүйерлеріні шешші деверлерде бір сыра беллесе атшывар, тарихчывар ве араштырма жывар теткік әткен. Оларда не-дане малюматны топлап, өз көзетівлерінен сият хатыраларында пайлашқан. Неті жеде бұл күнде бізде шу ерлер аққында бірде бір тасавурымыз бар. В описании дневника Шульца было изъято довольно-таки полезной, нужной информации, которая непосредственно побывал в селе Чукрак, описывал древнюю мечеть в селе Чукрак с прилегающим к нему крымско-татарскому кладбищу, где давал подробное описание могильных надгробных памятников крымско-татарского народа и памятника архитектуры, культуры и религии, сохранившейся в данном населенном пункте. Нужно отметить, что непосредственно Шульц брал интервью у местных жителей по фамилии Бельбек, который наталкивал исследователя на глобальные исследования в части того, что были найдены каменные бабы в открытой степи, указывали на курганы, которые были расположены в местности. Бу чокрах денелген гайы болган койдыр. Деніз тарафында, тереклерінің арасында бойле сырлы ташварны раст кетірмек мүмкін. Кесілген ташвар іле сепілген ерчік кадеми жәменің негізі олмақта. Оның янында да бір мирақлы иншаат тұрмақта. Тарихчыларының фікірінше, бұл алтын орду дәуіріне айт олған дүрбе. Жәменің территориясында бақымсыз қадеми мұсылман мезарлығы да сақланып қауды. Анда сарғынен өртілген башташуар раст келе. Ән мирақлысы, юксеклігі 1 метрге, кенлігі ісі 50 сантиметрге еткен, тәжіплендірген шекілде бір башташ.
хочется отметить, что в этнографическом дневнике Усейна Баданинского в 1925 году, когда он совершал путешествие по северо-западному Крыму, он описывал такого рода двурогих камней, которые располагались на территории мусульманских кладбищ. Но четкое предназначение, к сожалению, мы до сих пор не можем предъявить. Но бытует мнение, что, возможно, на том месте были похоронены знатного рода люди, которые тем самым хотели показать принадлежность тому или иному роду. Шумескен ер башка көлерден шунен фаркланаки, айна чокракта бутюн вакытварасув оған. Беллеки, эвельсы, шымальгарби Крымда су меселесі, яни етыш мемесі бар еді. Амма чокрак көйу, шу кулан чөллерде оазис кебе турған, азиз ве урмет әтілген ерге чевірілген, ве нафиле дегіл. Чунки сув омюр мен басы, айны бу ерде уникаль, салқын ве темы сувы чокрак бар еді. Шуджану ер акында бүгінге қадар мирақлы риваетлер сакланып келді. Одна из легенд гласит, что проживали в этой деревне два брата, родных брата. Они рано осиротели, и самый младший брат в совсем юном возрасте просился на любые работы, но так как в силу его возрастных особенностей немногие хозяева могли доверить свое хозяйство по тому, чтобы выпасали овец. И старший брат женился, оставив своего младшего юного брата на произвол судьбы. Ребенок жил впроголодь и часто приходил к могиле своей матери. Под свирепствующие ветры и морозы он приходил, плакал у могилы и порою засыпал. И однажды сквозь сон его разбудил именно крик матери. И там, где ребенок, на том месте, где ребенок не погиб, именно пошла вода, и с тех пор этот источник как источник жизни. Бутарафарда кезлевге алып кеткен эски йол ве купюр да сакланып калды. Ахмечитнын дабыр койу мираклы азиз ерынен айретте калдыра. Тарпанчи койынын ялы бойында, ачык ерде Тарпанчи азиз баба ерлеше. О аккында бүкінге кадар етішіп келген эфсане бар. Эвеллері Шамак көйінде екі оксюз аға кардаш яшаған. Олар пек фукаре олған ве динге берілгенлер. Уйкен сою эвленген сон, қадыны екі аға қардашны айырды. Ама уйкен ағасы шу айрылықны пек қиын кечірген. Эркун деніз яуысында кедерленіп отырған. Ачық ерде намазлар қыла, көзлеріні юмғанда есе, Меккеге барып келеді, яни ачылыққа. Шу вақытлары Крымның әнзенгін инсаны да ачылыққа кеткен. По состоянию здоровья, по любым другим иным причинам он не мог вернуться на свою родину. Тогда, когда он обратился к шейхам, они ему проговорили, чтобы указали путь домой по возвращению в Крым. Но они предложили ему, что каждую неделю совершает хадж Мекку именно из Крыма с Тарпанчи. Ему необходимо только лишь притронуться к нему, к подолу его одежды и поклониться.
конечно, богатый бей не поверил этой легенде, но тогда, когда все попытки его не увенчались успехом, и тогда, когда его здоровье покидало, вот, и он все-таки притронулся к подолу, и он вернулся обратно. И тогда же задают вопрос, как так получается? И он ответил, что сила мысли, она сильнее всего. Амашубай Меккеден қайтып, минедарлық білдірмек үчін құртарычысыны қыдыра, ама тапып оламай. Азиз баба кечінген, бай ісе одефін әтілген еріні тапып, дуа япа вейерлі сәкінлерге татвылар бақшыш әте. Бүгінде ачық чөллер ве ұчырымы қая яғысында ерлішкен Азиз бабаның көмілген ері Тарпанчи Азиз Баба кіпі адвандырыла. Вечок несілнің хач япылған ері кіпі беллідір. Көргеніңіз кіпі Қырымда чоқ мерақылы ве астетқық әтілген ерлерінен зенгіндір. Мирас программасы оларақында да тавсилатылы же, не в бетеке январында, и кәйетеджек.